Привет, ребят, я Настя. И да, я тоже скучала по лайфхакам. Поэтому сегодня вас ждут 7 лайфхаков для девочек-подростков, о которых раньше вы даже не догадывались. Заинтриговала? Тогда погнали. Если на твоем лице прыщи частые гости, что нормально для подросткового периода, то лови способ от них избавиться. Берем у папы или у брата бальзам после бритья и один ватный диск. Наливаем немного на него бальзама и протираем каждый день после умывания лицо. Бальзам после бритья имеет свойство заживлять раздраженную кожу и уничтожать бактерии. Поэтому еще одно скрытое свойство этого средства – эффективно бороться с прыщами. Хотя бы неделю пользуйся им каждый день, кожа станет гораздо чище. Я всегда вам говорю, за пару дней до этих дней во время их носите темные штаны, чтобы не было ЧП в самый неподходящий момент. Но если так важно надеть именно светлые джинсы, ловите прикольный лайфхак. Нам нужны только велосипедки. Надеваем их, а сверху уже джинсы, короче, просто под низ. Так прокладка будет держаться на месте и не сдвинется во время твоих движений, что избежит протекания. А если даже немного пропустит, все останется на велосипедках, но не протечет на сами джинсы. Так что идея супер! Чтобы сделать вау-эффект нарощенных ресниц своей обычной тушью, слушайте внимательно. Берем любую мисочку и наливаем немного воды. Потом берем одну ватную палочку и хорошо ее мочим под водой. Теперь проходимся ей по нашим ресничкам. Нужно, чтобы все они были максимально влажные. Теперь в ход идет наша тушь. Начинаем привычным образом красить ей ресницы. Я специально делаю только с одной стороны, чтобы вы заценили результат. Ресницы получились раздельные, не слипшиеся и очень-очень длинные. Все мы, девочки, знаем, как бесит электризующие волосы, которые лезут в разные стороны. В таком случае возьмите бумажные полотенца, оторвите кусочек и соберите волосы в такой хвостик, или как это вообще называется. Теперь самое интересное. Медленно проведите этой сухой салфеткой по волосам. Это сразу снимет кинетическое напряжение, и волосы станут ровные и перестанут лезть в разные стороны. На самом деле даже не магия, а обычная физика. А теперь минутка для тех, кто еще не успел скачать реально одно из самых полезных приложений, и это Canva. Тут можно оформить все, рецепт любимой бабушки или даже резюме для работы. Да, я уже много раз признавалась в любви этому приложению, но мне так нравится, что мне не нужно учиться на дизайнера, чтобы сделать любой дизайнерский проект. Для этого здесь полно инструментов, которые упрощают творческий процесс. Например, куча разнообразных шаблонов, которые можно редактировать и подстраивать под свой фирменный стиль. Вот, кстати, все мои проекты за несколько лет использования. Они хранятся в моей учетной записи, и я могу в любой момент к ним вернуться. Еще один плюс Canva, ну помимо того, что она бесплатное, это то, что оно доступно на любых устройствах, начиная от Android и заканчивая iOS. Так что скорее скачивайте и начинайте пользоваться уже сегодня. Если тебе не подошел твой шампунь для волос, не надо сразу же его выбрасывать, он еще как может пригодиться. Наливаем немного в маленькую мисочку. Теперь осталось добавить сахара, можно щедро, в пропорции 1:1. Теперь все это перемешиваем. Должно получиться густое состояние, как сметана или йогурт. И как вы поняли, получился крутой скраб для тела. Возьмите немного и помассажируйте любые участки кожи. Ноги, руки, животик. Это очень полезная процедура, которая снимает грубые частички кожи, позволяет ей стать мягенькой и нежной. А еще советую делать ее перед бритьем волос на теле, чтобы убрать выросшие волосы и не допустить порезов. Так что всего один шампунь, который бы ты просто выбросила, аж только пользы. Многие девочки допускают ошибку, которая портит их духи, хранят их в ванной и в других теплых местах. Тепло, свет и влажность разрушают композиции прямо во флаконе. И потом многие не понимают, почему парфюм уже не такой вкусный, как раньше. Поэтому оставь их в самом темном месте в футляре. Тогда испарение спирта и окисление духов в соединении с кислородом происходит значительно медленнее, и духи будут радовать еще очень-очень долго. Если ты каждое утро просыпаешься с мешками под глазами, отекшая, с неровным цветом кожи, то запоминай волшебную палочку. Это роллер для лица, уверена, вы уже такие видели. Я всегда им вожу по массажным линиям лица. Картинку добавила, чтобы вы знали, где они. Но только сейчас я поняла его фокус. Дело в том, что он из натурального камня. Самый популярный — это нефрит, он зеленого цвета, и розовый кварц, который у меня. Розовый кварц борется с акне, выравнивает тон кожи, борется с отеками, и все это мне помогает выглядеть круче. Я всегда перед этим пользуюсь сывороткой для кожи, а роллер помогает ей впитаться в кожу еще больше. Так что если хотите выглядеть еще свежее, вот вам мой утренний секрет, который занимает несколько минут. И на этом все. Так что не забывай про свой пальчик вверх и, конечно же, подписывайся на мой канал. А еще я вас буду ждать в своем инстаграме. Я здесь читаю все-все ваши сообщения, лайкаю ваши профили и просто выставляю прикольные фоточки. Так что добро пожаловать в нашу семью. И помните, я вас безумно люблю.